Всем добрый день! В этом видео хочу вам рассказать о трех очень эффектных растениях, которые порадуют вас обильным и пышным цветением в течение всего лета. Данные растения менее популярны, чем петунии и лобелия, но ничуть не хуже по своей декоративности. Первый цветок называется калибрахуа. Его часто путают с петунией, однако это разные растения. У калибрахуа размер цветка меньше, около 3 см, в отличие от цветка петунии. Листья узкие, около 1 см. У петунии же листья крупнее. Стебель у калибрахуа одревесневший и напоминает вид кустарника. У петунии же все побеги травянистые и гибкие. Калибрахуа имеет длинные побеги, свисающие из кашпо на 1,5-2 метра. Поэтому растение идеально подходит для декорирования балконов, террас, беседок и так далее. По условиям выращивания растение похоже на петунию. Нуждается в светлом месте, но при этом без палящих солнечных лучей. Также нуждается в легкой почве и с хорошим дренажом. Положительно отзывается на регулярное опрыскивание и еженедельные подкормки. На рассаду следует высевать данное растение с середины февраля до начала марта. Высевается растение по такому же принципу, как и петуния. Следующий цветок, который также очень пышно цветет все лето, это бакопа. Данное растение имеет длинные плети и множество мелких цветков. Растение очень хорошо смотрится в различных кашпо, на балконах, террасах, беседках и так далее. На рассаду следует высевать, начиная со второй половины февраля до начала марта. Конкретные сроки определяются, исходя из климата вашего региона. На юге чуть раньше, а на севере чуть позже. И третье растение называется ангелония. Растение образует пышный куст. Цветки по форме напоминают орхидею. Очень интересно смотрится вместе с другими популярными растениями. Цветет с начала июня по сентябрь. Семена высеваются в феврале-начале марта. Для прорастания семян нужен свет и температура 25 градусов. Всходят семена через 5-7 дней. Пикировку производят после двух настоящих листьев. Надеюсь, данное видео вам было интересным и полезным. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.